сидел я, значит, такой сидел, и чё-то вдруг приуныл. Надо что-то делать. А что если... Всем привет, с вами Фрост. Вы случайно не соскучились по козлу? Или, может быть, по хлебушку? А что если их поменять местами? Да не так! Хлебушек, ты пьян? Что ты здесь делаешь? Ты пьян? Ты где? Ты должен быть тостом. Что с тобой? Хлебушек, ты в говно? Аккуратно, не урони машину, не урони машину, не урони машину. Кстати, а нафига мне машина? До свидания. Ты в говно, Хлебушек. Хлебушек, прекрати. Прекрати, не трогай народ. Пошел! На подсраку! Хочешь меня съесть, да? Хочешь меня съесть? Я сам тебя съем, тварь! Я сам тебя съем! Приятного аппетита, сучки! Еда будет мстить! Эй, what's up, man? What's up, man? Как дела, чувак? Вот ты попался, петушок. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а! Фай! Пошел на! Пошел на! Я здесь босс! Пошел на! What the fuck? Я хлебный! Son of a bitch! Лошара! Козел! Хочешь выпить? Что? Хочешь? Хочешь? Все, идем, заметно, все, наливай, тащи рюмку, все, наливай, давай, да, о, все, ой, ты... Что произошло? Что было вчера ночью? Я не помню, почему здесь уточки, почему здесь так много, почему я в ванной, Вот так вот. Дорогая, где мое полотенце? Где мое полотенце, дорогая? Почему здесь одни бутылки? Что было вчера вечером? Кто моя дорогая? Ее вообще нету. Миссис Козлины нету здесь. Черт! Где? Надо вылезти отсюда. О, черт. Ой, как тут скользко. Невозможно. Фен. О, да, надо просушить задницу немножко. Фен, иди сюда. Иди просуши мою прекрасную, прелестную пятую точку. Ладно, хрен с тобой. Я сам ее протру. Языком. Туалетной бумагой. Не знаю. Что он делает? Это матрица. Ой, ну что ж такое? Я никак не могу вытереть себе задницу, спокойно выйти отсюда. 5, 3, 2, 1. Оу, черт! Нас состукали. Мороз, мороз, не мороз меня, моего козла. Хотя нет, его мороз. Он что-то совсем в говно, что-то он совсем в какашку вообще стрючился. Козел, ты чё? Ты что нужно? Нужно... О, опохмелиться можно, козел! Опохмелиться можно, козел, смотри. Смотри, козел, опохмелушка, смотри.
О, козел нашел! Вот! Здесь теперь лучшее домашнее животное — это козел! Самое что ни на есть домашнее животное, самое главное — культурное домашнее животное. Не то что эти коты в тапке нассали и довольны. Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Ой-ой-ой-ой-ой, прячемся, прячемся, там что-то, что-то нехорошее, все падает что-то как-то. Стул, ты пьян, ты еще хуже, чем козел. На самом деле, просто я устал. Я устал, хочу бухать, хочу, хочу бухать. И так что, бум-бум-шлуг-му, бум-бум-шлуг-му, бум-бум-шикарада. Только мы сканем, только мы сканем, по полю поем. Эх, с берега, эх, с дальнего, фигачит пулемет. И какой-то там козел что-то там поет. Это не я, это он. И он что-то поет. Да, видно. О! Пятница в гараже. О, козел, ну что ж ты опять в какаху-то ужахался? Ну что ж ты будешь делать-то, а? Виновата ли я, что мой козел громил, что в какашку просто бухал? Оу, черт. Ну тебе там и самое место, алкаш поганый. Алкаш, как бы с пацанами, Эх! Опа! 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 Вот так вот! Сейчас я только, за руль сяду, и все, все хорошо будет, все, все, все в порядке, все, все. Так, давай, давай, за руль, давай так, давай, за руль. Опа! Сейчас я... Почему она праворулька? Кто купил праворульку? Так, все. Заводи мотор, погнали. Я нормально себя чувствую, каждый день так вожу. Нормально, ДПС ничего не скажет о нем, я их всех знаю. Все нормально. Давай, садись. Сейчас только это, заправиться надо. Заправиться забыл, надо на заправку заехать. Я уже быстро, сейчас я только это... Хозяин! Заправляй меня полностью, я пришел на дозаправку. И машину, и себя давай. Надо заправиться, без топлива никуда, все должно быть. Током бьется. Так, о, газета, свежие новости. Пьяный козел был замечен по городу. Интересно, о ком это они? Никаких у нас в отродясь не было пьяных козлов за рулем. Они, о чем они вообще? О чем это они вообще пишут в этих своих газетах? Непонятно, что они говорят вообще. Что они пишут? Что они мозги пудрят-то? Да не, бред какой-то. Совсем недавно и не так далеко. И ни в коем мере не были официально набраны, ясно, что является просто пародией. Слушай, оставь в покое, все в порядке, че ты паришься, а? Star Wars. Эпизод 4. Давай, буханка. После разрушения заправки оставшиеся крохи мятежного флота были перехвачены на пути к 9 из теста. Во время завеса сигнал бедствия повстрее... Короче, читайте сами, а? Чёртовы ситхи, хватит топтать газон! О, хватит бомбить мой батон!
Не бомби батон! Мой батон! Ну и что ж, на этом все. С вами был Фрост. Не забудьте подписываться, а также ставить лайки. Быстро ставь гребаный лайк. Ставь! Лайк. Ну что ж, всем удачи и всем пока-пока. Да, давай, Слющий, ставь лайк. Быстро, Слющий, ставь лайк. Ставь, да. Быстро ставь лайк.